Здравствуйте, с вами вновь Александр. Я вам хочу рассказать сегодня о детском автомобильном кресле от компании Joy. Оно называется Trilla Shield. Это кресло, на мой взгляд, вообще перевернуло понимание. Знаете, вот когда человек приходит в магазин, мне говорят, самое безопасное, самое лучшее. Соответственно, он уже подразумевает, что кресло будет стоить дорого. Это кресло одно из самых лучших и безопасных кресел. И стоит оно совершенно недорого, поэтому оно и вызвало интерес, и оно набирает большую популярность. Так что сегодня вам расскажу, что оно из себя представляет, как им вообще пользоваться, как оно по ощущениям, как оно устанавливается. Так что начнем его с вами вместе изучать. Собственно, сначала расскажу вам о его характеристиках. Оно предназначено для детей с 9 месяцев до 12 лет. Соответственно, конечно, в 12 лет ребенка посадить в кресло это очень сложно. Он вам уже даст понять, что сами сидите в нем. Вот, поэтому купили, забыли. Больше вам покупать кресло не придется. Первым делом, естественно, вы будете пользоваться им ориентировочно с 9 месяцев. Для того, чтобы прикрепить ребенка в кресле Joy Trilla Shield, здесь, как вы видите, нету классических пятиточных ремней. Здесь ребенок крепится столиком, так называемый столик безопасности. Эта система интереснее немножко, чем ремни, потому что при лобовом ДТП оно лучше распределяет нагрузку на ребенка и охватывает большую часть туловища. Соответственно, распределение энергии удара идет намного лучше, и ребенок от этого меньше страдает. Вот, но здесь есть вторая сторона у медали. Детям не всем нравится, поэтому терпение родителям, приучайте, заставляйте сидеть. В итоге привыкнет и будет сидеть в хорошем безопасном кресле. Вот, все происходит очень просто. Вы посадили ребенка, сверху вот так прикладываете столик. Не нужно переживать, что там столик его прижмет, не прижмет, ремень же вам не давит. А здесь крепится, прижимается ремнем обычным. Вот, соответственно, столик прижмется ровно столько, сколько позволит тело ребенка. Дальше, чем нужно, оно не пойдет. Соответственно, посадили ребенка, берем ремень. Вытягиваем его полностью, соединяем в один и пропускаем ремень в столике безопасности. Единственное, посоветовал бы вам проверить совместимость с вашим автомобилем, потому что есть редко, но встречаются автомобили, у которых недостаточно длины ремня. Для столиков безопасности, если мне память не изменяет, по-моему, он должен быть где-то 2,20. Вот, поэтому имейте это в виду. Этот момент уточните, чтобы купить уже наверняка. Так что вот вы видите, как кресло крепится, как ребенок крепится в кресле маленький. Когда он дорастает до 18 килограмм, столик мы уже убираем. В этом возрасте, где-то в 19 килограмм, это уже наверняка больше 3 лет. И в 3 года ребенок где-то 100 сантиметров бывает, приблизительно. Соответственно, с этого роста можно смело уже крепить ребенка взрослым ремнем. Убираем столик. Дальше ничего не нужно дополнительного. Посадили ребенка. И проделываем ту же процедуру, что вы проделываете каждый день, садясь в свой автомобиль. Пристегиваете взрослым ремнем. Все, пристегнулись. В подголовнике. Кстати, подголовник регулируется в 7 положениях. Так, для информации. Вы сами видите, запас роста большой. Соответственно, пропустили обязательно в направляющем, чтобы ремень не попадал на горло ребенку. Вы должны видеть, что ремень идет по плечу на грудь. Это правильное крепление.
Соответственно, все очень просто. Если, например, в автомобиле у вас оборудована система Isofix, это кресло можно дополнительно установить на Isofix. Что здесь для этого есть? Здесь с обратной стороны есть система крепления дополнительная, но это немножко не полноценный Isofix. Полноценный Isofix — это металлические жесткие салазки, которые отсюда же выезжают, и они не на ремнях, а полностью металлические отсюда вот торчат и защелкиваются. Здесь я немножко удешевили кресло, оно недорогое, поэтому полноценный Isofix за эти деньги, ну, как-то сложновато на самом деле, он стоит денег. Здесь немножко пошли путем попроще и сделали крепление дополнительное крючком. Крепится по надежности приблизительно как Isofix, но дешевле. Соответственно, все просто. Защелкиваем и натягиваем. Здесь с правой стороны есть ремешок, после чего мы это все дело натянули. Все, кресло стоит как вкопанное. Для комфорта ребенка здесь также есть по бокам справа, слева два подстаканника. Очень удобная фишечка. Вот. Что касается материалов, материалы здесь, конечно, они не супер навороченные, не супер дорогие, но они за эти деньги вполне себе отличные. Материалы очень мягкие. Наполнитель здесь внутри сделан из запоминающих, это вспененный материал с эффектом памяти. Вот. Поэтому комфорт ребенка здесь будет на очень высоком уровне. Оно реально такое приятное, оно видно, что вот не продавливается, и сразу не чувствуешь там что-то твердое. Такого вообще даже близко нет. Вот, и мягкие подголовники, все здесь есть. Опять вернусь к теме безопасности. Здесь даже на самом кресле указаны результаты краш-тестов. Оценки очень высокие она получила. Вот, и это, кстати, тоже достигается благодаря тому, что, например, здесь очень хорошая боковая защита. Установлены дополнительные панели, установлены по бокам, которые гасят энергию при боковых ДТП дополнительно к боковым частям самой спинки. Вот, поэтому здесь смело можно доверять ребенку, вообще без вопросов. Вот, и еще за эти деньги. Поэтому с этим все в порядке. Вот, в принципе, по креслу я все, что хотел, вам рассказал. Подытожу. Это из категории дешево, но очень сердито. Это кресло стоит на сегодняшний день, сейчас у нас август 2017 года, 9500, если мне память не изменяет. Такой уровень безопасности, такое качество за 9500 рублей, ну, нету. Не знаю, конкурентов что-то как-то на горизонте не видно за эти деньги. Вот, поэтому ищите такой бюджетный вариант, но безопасный максимально за эти деньги, то самое оно, рекомендую прям на все 100%. По качеству изготовления тоже претензий нет, ткани нормальные. Посадка, мы уже много раз смотрели, как сидят здесь дети, очень даже комфортная, комфортно, правильно в месте расположены подлокотники. В общем, все круто, на самом деле здорово сделано, поэтому рекомендую. Вот. И если это видео вам было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не понравилось видео, ставьте дизлайки, не подписывайтесь на канал. Вот. А я в заключение хочу поблагодарить магазин «Мир Автокресел» за то, что предоставили на обзор этот интересный вариант Joy кресла. Вот, поэтому большое спасибо. Ну а вам хочу лишь пожелать, чтобы вы выбрали для своего ребенка очень хорошее, безопасное, в общем, грамотного, хорошего вам выбора. Всего доброго!